Всем привет-привет, мои хорошие, с вами Любовь и мой Мирок Орхидей. Да, сегодня видео начинается без музыки. И видео у нас сегодня будет о теплице в Долгопрудном городе Москва. Или Московская область, как правильно. Ну, кто рядом живет, тот поймет. В январе месяце этого года я была там, и у меня были очень хорошие впечатления об этой теплице. Но в этот раз мы приехали с девочками, нас было четверо, и две девочки были с Москвы. То есть мы здесь встретились, хотели погулять, отдохнуть душой и просто насладиться вот этой красотой и что-нибудь необычное приобрести для себя. Но, к сожалению, так начнется у нас видео, что остались мы все очень недовольны данной теплицей в этот раз. Почему остались недовольны? Ну, остались мы, ребят, недовольны именно тем, что, ну, не очень красиво, скажем так, нас там встретили. Здесь теплица разделена на некоторые зоны. Вот именно вот эта зона, это как бы один магазин, и здесь продают азиатские и голландские орхидеи. Все цветущие орхидеи в основном голландские, и не цветущие там были азиаты. Ну, во-первых, брать себе я там ничего не захотела. Пройдя немного по этой теплице, я обнаружила там очень много покусов, поедов. Ну, скажем, орхидейки все поеденные, все в грибке. То есть приобрести там за очень хорошую сумму орхидеи. Орхидеи там очень дорогие. Дешевые, по-моему, только ванды 4. От 4 до 6 тысяч. Ну, как дешевые. Ну, судя по их размерам, это дешево. Ванды взрослые, как бы, с виду вроде бы как неплохие. Ну, а что уж у них там будет внутри, когда принесете домой, и обнаружив грибок и клещей, и после всех этих обработок, будут ли они жить? И надо ли оно это нам, когда такая огромная популяция насекомых в данной теплице? Я была очень расстроена, увидев огромное количество насекомых на цветах. Обращение самой хозяйки в этот раз, когда мы были там, я была там в январе месяце, я озвучила, что у меня есть канал на YouTube, и я буду выкладывать этот ролик в YouTube. И тогда хозяйка данного заведения была очень любезна и прыгала и бегала вокруг нас, показывая и рассказывая нам о каждой орхидейке. Там есть у нее свой тоже какой-то закуточек, помещение, как правильно назвать, не знаю. Он закрыт, и чуть позже вы увидите, я вам покажу, и туда заходить можно только с ее разрешения. Конечно же, мы попытались у нее спросить это разрешение, но не озвучила я, что у меня есть канал на YouTube. Она в грубой форме нам ответила, что туда заходить нельзя и делать, мол, вам там нечего. А почему это произошло? Когда она приехала на работу, а мы уже были там, ходили по теплице, мы увидели там черепашек, зверушек, и, конечно же, нам было это интересно, да, как посетителям данного заведения. И кто-то из девочек начал для своих детишек фотографировать. Я для вас хотела это показать. Да, там есть надписи, что фотографировать запрещено. Но мы подумали, что нельзя фотографировать только по той причине, что черепашки могут испугаться, шокироваться от вспышки. Мы выключили вспышку и потихонечку, не шумя, там прогуливались и смотрели, любовались и показывали вам этих зверушек. Чуть позже вы их все равно увидите. Вот. Ну, на нас очень громко накричали, что их показывать нельзя, потому что они занесены в Красную книгу. Ну, мы не поняли суть вообще всего этого скандала с ее стороны. Раз нельзя показывать, зачем вы допускаете туда вообще людей? Тогда закройте и не пускайте в это помещение посторонних людей, раз их нельзя показывать.
Вот, мы просто хотели как бы с вами поделиться. Ну, естественно, после такого обращения нам все это не понравилось, и мы очень быстро оттуда ушли. Съемка, конечно, не очень, потому что мы расстроились, покупать ничего не стали. Девочки единственные там прикупили себе чуть-чуть кто-то горшочков для орхидеек. Ну, в общем, покупки были такие незначительные, да. Цветочек взяла одна из девочек голландского кота. Я хотела его тоже взять, но мне не понравилась цена. Цена была 2200, и я побоялась привезти в свою коллекцию просто клещей. Поэтому брать я его не стала. Все, мои хорошие, не буду больше много разговаривать. Теплицей я этой недовольна. Туда я больше никогда не поеду. Просто мне там ничего не понравилось. Ни обращение работников к своим посетителям, да, ни сами растения, как за ними там ухаживают. Поэтому дальше я не вижу смысла все это озвучивать. Просто погуляйте с нами, если хотите.